чем дело? Мне подгонят костюм или нет? Что тебе взбрело в голову? Ты зачем заставила ждать служащего комиссии Тенрё? Но он был в очереди последним. Никудышная девчонка! Ты мне больше не ученица! Ты слышишь меня? Эй, у нас тут очередь. К вечеру это свадебное платье должно быть готово к примерке. Элов, приподними немного талию, подчеркнем фигуру. И нужно укоротить рукава. Я схожу за тканью. Хорошо. Ха, я так и знал. Это платье для Летиции, верно? Всегда мечтала надеть на свадьбу платье от Тиори? Да ну! Значит, дурацкая мечта какой-то голодранки важнее моего делового ужина, да? Ой, прошу прощения. Я искала ножницы для кройки. Похоже, это не они. Ты знаешь, сколько стоит этот костюм? И это не они. Ты что это собираешься делать? О чем вы? Вы разве не хотели подогнать костюм? Тиори, кого ты вышвырнула на этот раз? О чем ты? Я ничего не сделала. Он сам выпрыгнул. Надеюсь, он заплатит за стекло. Чтобы это было в последний раз. Хорошо. В следующий раз закрою и окна.